Еще раз добрый вечер. Тут очень гулко. У меня какая-то невменяемая длинная колонна. Я буду пытаться не торопиться. Имеет название «Коля, вали в Уссурийск». Вот зачем вот так я загибала сидела? Коля – музыкант. За спиной четвертной на сцене, точнее на сценах. У Коли 9 гитар, из них 4 акустики, пара гибсонов, эпифон, телекастер 68-го года и забытая по пьяни укулеле гитариста Лаймы Вайкули. Также акустический бас, банджо, россыпи медиаторов и подаренный друзьями тромбон. На концертах 4 фундаментальных соло – Женем испуганного Сантану на отравившемся суши Мэтью Беллами, а две чисто открывашки и визитка в коде последней песни. На концертах гардероб. Джинсы-дудочки черные, джинсы синие с очень натуральными дырами, в Одессе под фартило был сейл, кожаный траузерс для корпоративов, рубашка с хитро исполненным люрексом, опять же, для корпоративов. Вы думаете, я схожу с ума, да? Рубашка с хитро исполненным, рубашка черная, рубашка алая, просто рубашка. Футболка с тигром, футболка «Водка Connecting People», футболка «Led Zeppelin», футболка желтая с разводами, нежная, обтягивающая холодец Колиного пуза и желе Колиных боков. Футболка «Братан, 45 по паспорту, 25 по жизни». Кеды черные, две пары, туфли для корпоративов, все. Перед концертом полтос, после концерта полтос с пельменями лакернуть пивком. Последний раз Коля покупал пластинки в 2002 году в Ростове-на-Дону. Прямо с завода обломилось купить пиратки по 20 рублей за диск. Купил Deep Purple два диска, Клэптона, группу Ронда, еще что-то. Уже забыл что. Последний раз Коля слушал музыку в 2008 году в автобусе на Взлетной. Новый клавишник вставил в ухо таблетку наушника. «Слухани, Колян, четкие пацаны». «Камапалис», — тянул какой-то брит. Коля пожал плечами, отдал обратно, тягомотина какая-то, и забыл. В тачке Коля слушает радио, какое неважно. На гитаре Коля играет стабильно, на саундчеках. На концертах Коля по-прежнему боится смотреть в зал. На концертах Коля не снимает часы и время от времени украдко на них смотрит, повернувшись к барабанщику и изображая запил. На концертах Коле смертельно скучно, и оттого он старательно изображает кайф от игры. Враги скалятся и подкалывают. Колян играет с таким мучительным лицом, будто кончить не может. Коле обидно. Но есть у Коли тайна. Он до смерти хочет забить на свою гребаную работу, продать все и свалить в Уссурийск. Охота, рыбалка, креветки, медведки, огородик и новые сорта картошки. Настоящая жизнь. И чтобы из портативного приемника через помехи изредка редко что-нибудь такое знакомое, настоящее, ракешник какой-нибудь, но так, чтобы не громко, чтобы очень негромко. А тайной поделиться не с кем. А Коля востребованный музыкант и на носу концерт в Кремле. Ребят, давайте хором. Коля! Вали в Уссурийск. Абзац. Света сидит в будке в метро, внизу эскалатора. На Свете гардероб, ватничек, юбка цвета утопленной мыши, красная пилотка и черные сапоги с замухренным пыльцой метрополитена носами. Перед Светой поток людей вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх. Свет наблюдает и время от времени прикладывается к микрофону. «Женщина, осторожнее, куда вы так несетесь? Мальчик, мальчик, немедленно встань с поручня». Унылые, бесполезные комментарии в пустоту, однако Свету ценят. Она на ответственном участке, метро Домодедовская. На посту Свете нельзя ничего, кроме как наблюдать. А Свету тошнит от людей. От этих муравьиных, пестрых потоков, текущих, бегущих, прущих, снующих, танцующих, улыбающихся, пьющих, не пьющих, все едино. В одном ритме двигающихся, в то время как она сидит ромовой бабой в будке. Враги скалятся и подкалывают. Светка, как флаг на бане, с таким лицом сидит, будто что-то забыла и уже не вспомнит.
У Светы клаустрофобия, легкая стадия. Света спасается леденцами «Взлетный» и «Барбарис» и тайком читает фантаста Лукьяненко. Но есть у Светы тайна. Она до смерти хочет забить на свою гребаную работу, выйти из своей гробницы-усыпальницы, сорвать пилотку и рвануть в Уссурийск. Охота, рыбалка, креветки, медведки, огородика, новые сорта картошки. Настоящая жизнь. И чтобы с портативного приемника через помехи изредка редко что-нибудь такое знакомое, настоящее. Для тебя цветочные поляны. Но чтобы очень негромко, чтобы очень негромко. А тайны поделиться не с кем. Света востребованный работник. И недавно ее со сточертевшей Домодедовской перевели на Пушкинскую. Качество людских потоков, надо признать, не отличается вообще. Ребят, давайте хором. Света, вали в Уссурийск. Абзац. Евгения Алексеевна Окулист. 10 лет в поликлинике номер 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Каждый день бесконечный прием, каждую ночь бесконечный сон, в котором здоровенные буквы Ш и Б болтаются в воздухе, покачиваются из стороны в сторону, растворяются в манере утреннего тумана, затем снова собираются в знакомые до боли контуры, и на верхней перекладине буквы Б возникает огромный красный рот, который растягивается резиной, а из резины вываливается громкий до боли знакомый Евгении Алексеевне голос: «Возьмите лопаточку и закройте левый глаз». Евгения Алексеевна вздыхает, просыпается и смотрит на часы. Опять все те же 5:25. За годы работы в поликлинике 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Евгения Алексеевна сносила гардероб. 4 халата и 3 шапочки, из которых одну потеряла. Плюс сломала один аппарат для диагностики зрения. Как это вышло, она вот до сих пор не поняла. Но был прием. Обычный стук в дверь. «Можно? Входите». Он вошел, и Женя оцепенела от моментально поразившей ее любви. Высокий, стройный, но крепкий блондин под 40, волевой подбородок, ямочки улыбок на щеках и серые глаза. Глаза! Впервые на человеческом лице Женя увидела глаза, а не глазные яблоки и зрачки. Оцепеневшая Женя жестом указала ему на крутящийся табурет и приготовилась собирать анамнез. Но это было сложно. В горле что-то поперхивалось, перед глазами что-то мутилось, в груди что-то квакало и щелкало, поясница ныла. Но Евгения Алексеевна была отменной профессионал. И деревянным голосом, предложив лопатку Анатолию Жбанникову, начала слушать, как он перечисляет буквы с единственной в ее мире таблицы. Таблица разливалась соловьем, звучала как серенада. Жбанников чутка подразогнался, и несмотря на то, что Женя заставляла его читать и так, и эдак, и снизу вверх, и сверху вниз, и наискосок, и правым, и левым, прочел всю таблицу за несколько минут. Тут-то и пришел черед аппарату диагностики. Следуя указаниям Евгении Алексеевне, Жбанников уложил свой жбан на подставочку и был уже готов следить за маневрами голубенького кораблика, попутно ностальгируя по морскому бою в фойе кинотеатра «Орбита». Женя прильнула к аппарату с другой стороны, и так они оба, пораженные молнией чувства, застыли. Через мгновение в аппарате вспыхнуло, кораблик взорвался и стало темно. Женя вскрикнула, Жбанников тоже. Прибежали медсестры, прием был сорван, аппарат так и не починили. Женя слегла с температурой 38,7, Жбанников исчез, верно прозрел. И с этой минуты Евгения Алексеевна погасла, ей стало смертельно скучно. И вдобавок ее гордость, ее зрение стремительно начало рушиться. Теперь она носит огромные толстенные диоптрии, и враги скалятся и подкалывают. Наша Евгения Алексеевна зрение определяет ушами. И что интересно в этой истории, чужое зрение Евгения Алексеевна начала определять с порога. И дальнейшие вопросы исключительно для проформы. Ответов она не слышит, а просто отбывает в кресле часы приема. Но есть у Евгении Алексеевны тайна. Она до смерти хочет сорвать со стены ШБ-таблицу, скрутить ее в рулон, рвануть на вокзал и купить билет в Уссурийск.
охота, рыбалка, креветки, медведки, огородик и новые сорта картошки, настоящая жизнь. И чтобы из портативного приемника через помехи, изредка редко, а что-нибудь такое знакомое, настоящее, Lady in Red. Но чтобы очень негромко, очень-очень негромко, а тайной поделиться не с кем. Евгения Алексеевна востребована работник, и на прошлой неделе ей дали звание заслуженного окулиста России. Зрение у нее, однако, не становится лучше, и корабль, как говорится, идет. А Евгения Алексеевна тает в своем заслуженном кресле. Ребят, давайте хором. Евгения Алексеевна, валите в Уссурийск. И, наконец, вчера Артем Арбенин наврал няне, что в Таиланде катался на слоне. Няня купилась, выразила в восторге маме Артема. Мама Артема была на редкость удивлена. Ни на каком слоне никто из них никогда не катался. Мама Артема вообще против того, чтобы кататься на слонах. За вранье Артема поставили в угол. Сестра Артема обрадовалась. Няня Артема расстроилась. Мама Артема закурила. И стоял Артем в углу и думал в своей остроумной голове. Вот вырасту, стану взрослым, рвану в Уссурийск. А дальше вы уже знаете. Все тайное всегда становится явным. Спасибо большое.